Всем привет! Привет, друзья! Чем мы сегодня будем заниматься? Ну, конечно, сейчас уже поздно садить чеснок, но мне жалко его просто выбрасывать. Вчера посмотрела, смотрю, чеснок пророс. Просто его было очень много, я его не весь посадила. Вот приняла решение, что вроде бы еще февраль месяц, может быть, стоит его в землю посадить, он просится так. Вчера вот его уже очистила, приготовила. А сейчас хотим вот посмотреть, где есть место. Может быть, стоит его где-то там посадить. Около виноградника, да? Ну да, посмотрим. Еще просто не знаем, какая земля, как что. Но так как сыро, дожди же были у нас. Будем смотреть, место выбирать. Ну сейчас, в принципе, уже подсохла земля. Мы так-то ходим более-менее. Да, до этого мы не могли заходить в огород. Ходили только вот по нашим дорожкам, по плиточкам. А вчера я уже ходила и вдоль огорода, и вот здесь проходила. Так что я думаю, мы найдем место, куда мы сможем посадить с тобой чеснок. Ну жалко же, пропадет. Его еще много. Просто я очень много чеснока оставила. Думала, может, его съедим. Урожай был хороший чеснока. Вот. И оказалось, что много оставила. Еще много. Еще я даже не знаю, куда будем его девать. Может, что-то придумаю. Может, буду даже высушу его. Что? Может, высушить придется его. Посмотрим. Но этот, который зеленый, с такими росточками уже. Видите, прям он как так прям землю просится. Всегда дома хранила, а в этом году оставила его в гараже. И не знаю, почему-то, видимо, тепло ему там что ли было. И вот он так пророс. Идем сейчас за тяпкой, и нам нужно что найти? Ну, мы сейчас место будем искать. Вот, тяпочку возьмем. Ветер сегодня сильный. Очень сильный ветер, да. Оставляем, купим, чтобы у нас потом можно было в огороде садить и добавлять. Зола. Да, это зола. Если бы ветра не было, было бы гораздо теплее. Вот. Чтобы ровно было. Так, отойди, Ксюша. Вот, наверное, все как раз нам получится. Вот здесь, наверное, да? Мы сейчас будем вырывать такой рядочек. Вот, полностью. Куда и будем сажать. Земля такая хорошая уже. Ну да. Земля хорошая. Ну жалко же пропадет, лучше уж пусть в земле будет. Вот, потом мы будем класть туда золу, а уже потом сажать сам чеснок. Пока еще сама-то не знаю, как я делаю правильно или нет. А вон чеснок вывез. Такой сильный ветер, он очень мешает что-то сажать, потому что даже те же плюс 10, они ощущаются как более холодная погода. Я очень надеюсь, что хоть что-то слышно, потому что очень сильный ветер. Вот как еще показать, вот что ветра у нас здесь такие? Надеюсь, что ветрозащита на микрофоне справится со своей задачей. И вот так круглый год такие вот ветра сильные, с которыми приходится справляться, приспосабливаться. Золой мы посыпали. Ну и вот на таком расстоянии приблизительно я вот сажу подальше. Потому что близко не надо, места много. Надо, чтобы у него была свобода. Можно даже пошире немножко, по-моему. Можно, да. Чуть больше. Thank you.
взятые первый раз золы оказалось мало, пришлось идти за второй порцией. Плюс еще нужно палочки поставить, чтобы понять, где мы вообще все посадили. Ряды отметить, так скажем. И чесночок еще там осталось. Немножко его. Ну, в принципе, наверное, хватит. Так. Перчатки тоже все мокрые стали, потому что чеснок, который я беру, он в воде немножко находится. Пальцы все сырые. Так, ладно. Закрываю сарай и иду дальше сажать. Так. Вот так, да, как-то? Ну, плохо вставляется. О! Сверху уже земля подсохла, ветром все быстро высушивается. В общем, вот мы посадили раз, два ряда, сейчас я в третьем буду продолжать сажать чеснок. Может быть, сразу веткой отметить этой палкой? Да, можно, конечно. Вот здесь чеснок тогда будет. Тоже. О! Тяжело вставляется. Так вот, пойдет? Сейчас мы еще хотим продолжить посеять чернушку. Как раз самое то, ее садят всегда вот именно рано, пораньше, пока земля еще очень сырая. А для тех, кто не знает, что такое чернушка, я не знаю. Чернушка – это лучок, который вырастет потом, севок. А потом вот эти маленькие головки, вот надо было даже показать. То, что я садила в том году первый раз чернушку, с нее выросли зубки маленькие, такие луковички. Я буду их потом весной садить. Это буду я второй раз такой уже вот сеять. Второй год? Ну да, второй год. Никогда не пробовала, а вот в том году попробовала, мне понравилось. Надо самим, зачем семена покупать, когда можно самим выращивать. Ну и так как советуют, чтобы было видно, где взойдет потом эти семена взойдут, мы еще редисочку там посеем как раз. Это все будет вместе. Там, где маленькая дырочка есть, я сейчас после нее буду насыпать чуть-чуть. Вот так. Там есть какой-то порядок, вот как их надо. Да просто нет, просто сеет и все. Никакого порядка такого нету. Вот. Таким образом, так вот просто сеешь и все. Вот. Вот так будешь делать. Видишь, ничего не видно? Ну да. Вот так просто сеешь. Все. Короче, что-то типа как редиску сажаешь. Нет, как морковку, наверное. Морковка? Как даже морковку. Видишь, какое ветрище? Вот, все. Надо так тихонько, чтобы не разлетались семена. Покажи, какой редис. Ну, редисочку вот мы купили. Жара называется. Я уже садила ее, да. Угу. Ну, просто как маркер получается. Редисочку так вот на каком-то небольшом расстоянии. Вот ее даже будет видно. Ну, вот так сделаешь. Она просто позднее, конечно, редиска будет, а та подпленка-то быстрее. Угу. Поэтому мы с тобой завтра ее сделаем, под пленку посадим. Надо еще быстрее семена принести. Второй ряд мы будем делать вот с этой редиской, купленной в Темряке. Та была с фикс прайса. Вот, так что посмотрим, какая лучше будет редиска потом. Да, ты права.